Всем привет! Поколению 80-х и 90-х посвящается. Я вообще трудно представляю, как мы выжили в это суровое время. Сейчас, оказывается, антистрессы. Сначала были спиннеры, потом кубики. А сейчас что у нас, Вова, появилось? Вот это что такое? Мяч. Отдай. Сейчас отдам, подожди, пока. Вот эта вот фигня называется сквиш, как я понял. Это нам мнется, потом распрямляется. Отдай. Я не знаю, как мы без этой ерунды выжили. Ну, конечно, мы спиннеры собирали. Теперь сквиши эти будем собирать. Так что с трудом представляю, конечно, как это мы сделали. Но мы выжили. Всем пока.